Заходите на канал Nipple.com. На его канале вы сможете встретить различные топы, к примеру, топ самых дорогих ноутбуков. А также парень делает видео, в которых рассказывает, как больше сэкономить и при этом собрать крутой компьютер. Ссылочка в описании. Так пружинит жестко на своих колесах. Да-да-да, прям пружинит! Ой, прости! Ой! Я улетел! С пукалкой. Вау! Тихо! Всем привет, дорогие друзья, с вами Кузака, Диско и Хайпер, и сегодня у нас гоночки в GTA 5. Всем привет, дорогие друзья. Привет, ребята, на мотоциклах мы стартуем. Да, на мотоциклах втроем, прям братская любовь такая охрененная, да? Ой. Ты слышишь, без братской любви давай. Хорошо, но я взрывать не буду, потому что мы договорились только так. А здесь, кажется, этих даже... О, примени... Нет. Все нормально. Вау! Мы вылетели. Я тоже прям вылетел так жестоко прям. Погнали, Хайпер, погнали, все. Я бегу. Давай. Я бегу. Пока кручу бегузей. Он с пукалкой какой-то. С пукалкой. Вау! Тихо! Возрождайся! Ай! Парашют! Нет парашюта! Я тоже вылетел, все вылетели просто. А мне норм. Эпик. Да я тоже, но мне тоже теперь норм. Тихо, главное сейчас не разбиться! Я разбился! Ты рядом! Что? Ребята, разбился! Офигеть! Ой, я, может, доглайджу! Так. А я догладил, кажется, чекпоинт взял. О, как больно я упал, офигеть! А куда здесь гладить? Куда здесь гладить? Опять, я мимо я покончил с собой, ребят. Боже мой. Офигеть, она тут обманывает гонками, падает. Да вообще, она прям, здесь разгоняешься и сразу вылетаешь. Опять, я ненавижу. Вот что это такое сейчас было? Вот серьезно, что это такое было? Здрасте. Это Хайпер, я только все прошел нормально. Ну ты козлина козлинская, блин. Так. Хорошо. Таких было звезда. Да куда? Почему она так обманывает меня? Блин, это просто самая сумасшедшая гонка. Я не понимаю, что здесь происходит. Офигеть, я опять вылетел на том месте, где Кузака вылетел. Да. Дебил, зачем ты выпрыгнул из мотоцикла? Это где-то я уже слышал. Наверное, в предыдущей серии по гонкам. Хайпер. А, тут вон что, спускаться надо. Тут надо разгоняться, я уже не помню. Стоп, а это что такое было? Что здесь вообще происходит, лол? Куда здесь надо спускаться, Хайпер? Я тоже не понимаю, чувачок. Чувачок. Просто я специально промолчал, чтоб ты ничего... Нет, ты не возьмешь этот чекпоинт. Стой. Ай, яйки! Айки, блин! Давай быстрее! Быстрее! Давай! Давай! Финиш! На первой позиции! Да! У нас вторая гонка на спорткарах, а не на суперкарах, что интересно. Да. Еще здесь дождик плюс, и еще здесь песок. И мне кажется, сейчас мы это ничего не пройдем на спорткарах на этих. Вот серьезно. Смотри, как прикольно, фиолетовый, синий и зеленый. Да. Но это, правда, у меня еще не синий, я еще не успел сменить до конца. Я сразу же сейчас буду первым, это 100 пудов. Так, и тут не разговаривай. Нет! Отлично, мы с Диско остались как два лучших ютубера. Офигеть, рампы в воде. У меня да, прям из-под колес идет вода. Серьезно? Вода, и меня заносит конкретно. Меня тоже заносит прям по-жестокому. Так, у нас прям одинаковые машины, непрокачанные. Стоп! Ой, тихо! Пока, Дискач в воду летит. Я тоже. Так, отлично. Нет! Мы опять с Диско вместе, так, не толкаемся, все хорошо. Я почти упал. Вот. Ой! Я улетел! Ты упал, охренеть! Блин! Ладно, все, мы теперь вырулись нормально. Очень скользкая дорога, офигеть, просто. Прям самая скользкая гоночка, прям серьезно. А тут наверху уже не так сильно скользко. О, тут это. Гонка на коньках, блин. Посмотрите потом, что здесь такой спуск прикольный. Стоп, эти же рампы, они тоже типа в воде. О, смотри! Ой! Дырка! Дырка! Унитаз спускаешься прям. Да, я говорю, рампы, мы здесь вдвоем с Хайпером зависли в этой дырке. Да. Что там дальше, я не помню. Какие красивые песни у вас. Да. О, офигеть. Полетел просто. Это прикольная тема. Так, а я... Дыра. Вау, я просто как-то встал на трамплин. Долетел. Тут вода мешается. Не долетел. Давай, мы не долетим. Долетел. Да как ты долетел? Воздушный карман ты мой. Стоп. Гаддэммит. Что там происходит? А я сейчас обгоню дискача. Через волну прямо. Охренеть, я ж не тут-то было, Хайпер. А ты радуйся, пока можешь. Пока могу радоваться. Ребята, парень. Я просто далеко от вас. Я давай, долети, возьми чекпоинт, да пожалуйста. О, мой мотор. Нет, это GTA гонка, боже ты мой. А я все это время мучился.
Ой, я, блин, я не могу теперь заехать. Я под водой бежал, я под водой только что бежал. Я тоже под водой бежал, сам в шоке. У меня дверь почему-то открылась какого-то хрена. Ну я надеюсь. И что здесь надо делать? Ну, ребята, что здесь надо делать? Она, конечно, прикольная, но тут два круга многовато для нее. Ну да, на этих кометах, блин. Написано было 2 километра все, но я подумал, нормально, знаешь, так. Волна красавчик. Дрифт, дрифт на пляже. Есть токийский дрифт, Форсаж, а у меня песочный дрифт. Арабский дрифт. А у нас русский дрифт, понял, на копейках. Опа. Не важно, что мы на Порше едем, а не на копейках. Поршецкий дрифт. Это типа какой-то плохой дрифт. Поршецкий. Какое-то слово. Я, как обычно, взял контрольную точку, но врезался и упал. Ну, я хотя бы вас догоню, я на второй круг, ребят, заехал. Что, блин, да, я буду... Кузак, я сам недалеко уехал от старта. Я монитас не могу заехать. Мне хотя бы кого-нибудь загнать, чтобы ему морду набить. Да, ему надо конкретно хайперу набить морду. Да. Прям вытащить его из машины и набить морду ему. А сейчас хайпер скажет противоположное. Надо диску выгнать из машины, чтобы конкретно набить морду. Надо Кузак выгнать из машины и это... Ну тогда подъедьте ко мне, пожалуйста. Я не взял чекпоинт, опять я прям на конце. Тонкие намеки от Кузаки. Оп. О, я взял, аллилуйя. И упал, сильнее. Отлично. Потолкайтесь там, не знаю, там, поборитесь. Главное, чтоб задержите время. Так. Хорошо. Так, да я опять перевел. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Главное, тут не умирай. Волна! Разгон, поехали, волна. Разгон. Может быть, я долечу. Ребята, я лечу к вам навстречу. Давай, лети, давай, этой. О, я до того места, где хайпером с тобой плавали, или долетел до машины. Какая у меня большая надо скорость. Надо все равно выходить, потому что она сейчас затонет. Поэтому... Да я... О, все. Я, ребят, я первый пришел, все, я первый финиширую. Хоть как, вы понимаете? Это не гость, не ДНФ. Ты слышишь, ты что делаешь? Я сейчас с первой попытки сейчас пройду, наверное. Взрывай диску. Взрывайте диску. Не надо меня взрывать. О! Мне нужна вторая позиция. Аккуратно. Если что, вы там не финишируйте сразу. Ну я-то уже возле финиша стою. Я жду вас. Ждут вас. Что? Чебуреки, давайте быстрее. Чебуреки. Чебуреки едут. Чебуреки едут. Да не буду я. Ну посмотрим, в зависимости. Ну хотя вчера, помнишь, ты забрал мою. Да. Все, я финиширую. Да стой, да. Он успеет. Стой! Подождите, я могу не допрыгнуть здесь. А, ладно, я допрыгнул. Все хорошо, все. Нахрена ты дрифтуешь уже на самом конце. Ну все, это финиш. Ну, главное, что финиш, да? Ну да. Как говорил Кузак в предыдущей серии. Итак, ребята, у нас следующая гонка, и мы на крутых тачках в аэропорту, да? Да, я взял... Маршал, такая большая машина по сравнению с нашим, это просто жесть. Ну здесь хоть что-то полегче, хотя кого я обманул, мне кажется. Хотя тут надо было брать мопед, мотоцикл. Блин, да, мне интересно, что делать, если я тебе под колеса залезу? А, ничего не будет. Как видишь... Я только от тебя отскочил, блин. Все взрываются, офигеть. Как все так взорвались-то, лол? Что за хрень? Здесь хорошо, что нету воды, вот это вот меня больше всего радует. Хотя на Маршале, мне кажется, там все легко, даже если вода была бы. На Маршале вообще. Да. Воу. Как в деревне какой-то. А я тем временем первый, кстати. Мы к водичке едем. А здесь пацан на велосипеде, на этом мопеде маленьком. Вообще ничего не может сделать, бедный пацан. Да, на санчике, че, он не может приехать. Ой, чувак, просто не повезло пацану, просто не повезло. А, ну я первый. Что-то мне его теперь жалко. Ой, я, кажется, на него притянул. Нет. Да, там вообще ничего нет. Нет! И причем быстро. О, ты не взял чекпоинт, отлично. Только вот он перевернулся, скотина. Стой. Не вылетаем за границу. Так, отлично, хайпер обогнали. Поехали. Супер. О! Вот это просто. Мне вот эта гонка очень нравится. Она прям крутая, крутецкая гоночка. Вот это да. И как всегда именно я, здесь, да? О. Хайпер как-то приезжает под волнами, а я застрял. Да прошлый гонки я чекпоинт взял, повезло мне. Я дрифтел 5 минут. И сейчас еще раз не доеду, да? Я не доехал! Ой, взял чекпоинт. А я еду, я просто на огромной скорости проехал. Вот это просто жесть. Просто Влад жжет. Да. Автор жжет. Ой-ой-ой-ой-ой. Зажгал. Фига, тут просто у меня трюки какие. Блин, а у нас здесь тени на тебя прям налезают. Переворачивает его немножко на этих трамплинчиках. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Стой. Куда здесь, куда нам? Налево. Здесь прям не делим, хотя я все делю. Он так пружинит жестко на своих колесах. Да-да-да, прям пружинит. Ой, прости, я влетел тебя. Я знаю, здесь вообще безысходность была. Так,
Но я все равно сзади тебя, как говорится, сейчас обгоню. Вот обогнул. Понятно, я... Ты прям такой зеленый, как черепашка-ниндзя, серьезно, такие колеса. Еще такие полоски, как кинжалы. Да. Ладно, вторая позиция мне сойдет. Я хотя бы не последний. Мне это радует. Тоже. Третий, конечно. Там ребята что-то вначале. Ну, не пожалуйста, могут нормально. О, прям гоночка по воде, вот серьезно. Прям гоночка по воде, охренеть. И это финиш! Такие прям спецэффекты изо рта Лёши. Да, ну у меня тоже это финиш почти, прям финиш почти. Тут мне вода вот нипочем. Просто на огромной скорости. Мне вода нипочем. Ты прям как бронетанк какой-то. Так, ну это тоже финиш, но уже на второй позиции. Оу, да. Круто! Офигеть. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравились эти гонки. А с вами был Кузака, Диско и Хайпер. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте хороший положительный комментарий. Ну и все, дорогие друзья, всем удачи и всем пока. Пока-пока.